Радостное событие для прихожан и всех православных. В храме святых новомучеников и исповедников российских, что расположен в больничном комплексе старой части Волжского, прошло торжественное освящение купола звонницы. Храм святых новомучеников появился на территории больничного комплекса еще в 90-х годах. В последние годы здесь велись ремонтные работы. Появились две пристройки, была установлена звонница с колоколами, а теперь на ней появился и купол. Церемонию освящения провел епископ Калачевский и Паласовский Иоанн, назначенный на эту должность около недели назад. Я очень рад, что стал первым архиереем на этой земле. Ну, кто вообще за 12 лет посетил этот храм, и в связи с таким большим событием для верующих, потому что установка креста, его освящение и в прямом смысле венчает главу храма, ну и, можно сказать, в переносном венчает труды отца-настоятеля по созиданию этого храма. Кстати, в храм святых новомучеников приходят не только врачи и пациенты медучреждений, расположенных в больничном городке, но и жители близлежащих домов.